Мансера «Wild Python». Главный герой – тубероза, то скромная и простая, то какая-то неприличная. Свежесть цветов жасмина и тубероза, тут как бы ты понимаешь, что одного распыления хватает, иначе дальше аромат будет очень настырный. Для офиса за полчаса перед выходом советую использовать, и день тогда будет бодрый и при этом напористый, с мотивацией сделать больше и, естественно, чтобы вокруг все это оценили. Он невероятно красивый, и я бы его для каких-то таких, знаете, парфюмерных любительниц, которые любят что-то такое эдакое, я бы его использовала. Но, естественно, всему нужно знать меру, потому что если этой меры не будет, аромат мгновенно превращается в красивый вечерний. Но почему-то с вечером он у меня не ассоциируется с праздником. С его горчинкой присутствует больше деловой формат. Это решение вопросов, это какой-то, знаете, какая-то дистанция с людьми. Он не приглашает быть каким-то близким человеком. Он, наоборот, показывает какое-то доминирование, что я здесь принимаю решение. И именно поэтому, когда я этот аромат для себя открыла, мне он показался, вот я увидела какую-то такую бизнес-леди на шпильке с красивой сумочкой, которая идет в офис. И, собственно, от нее вот такой сладковато-нишевый с горчинкой аромат. И он звучит, да, дорого.